Итак, Целман, финал истории. Честно сказать, не хотел вообще снимать это. Бежать, так сказать, впереди паровоза, но время, думаю, достаточно, и сейчас уже можно сделать окончательные выводы. Что произошло? Человек проездил все лето, даже сентябрь, полностью на моем Целмане, вот этом, при 54 вольтах, 14S. С токами играл, то есть там делал 50 ампер, 55, 60 даже на пределе. И что удивительно, то есть глюки глюками, но там у него, кстати, возможно, еще ручка газа была причиной. Так что мы их отметаем. Главное, перестал бахать. То есть даже когда он делал 60 ампер и 120 фазного, ездил так 1,5 месяца, нифига не бахало. То есть там движок даже нагревал, там мини-крошку, прилично так, 90 градусов, а этому хоть бы хны, контроллеру. Далее несколько раз ездили по горам. В гору трогал, хотя при открытой установке был Целман. Я говорю, делай, что хочешь, короче, с ними, все, прям по полной. Перепаяли обратно феты, ну, родные 41-10. И те, что вот бахали, штучки 3, на новые были уже заменены. Потому что они переваривают больше, чем 41-15. В общем, нагревал он его, прям, говорит, рука не терпела, ну, контроллер. И не бахает. Но какая деталь? Во-первых, он говорил, что подпаял дорожки затворов, говорит, что возможно, как-то там был плохой контакт, и из-за этого происходил перекос. Может быть. Это первый момент. Но я его не считаю ключевым. Второй момент, после того, когда 4 месяца он отъездил и отдал мне контроллер, опять связались с Крондом, и Кронд так и сказал, говорит, у тебя сколько витков, говорит, движок? Я говорю, 6 витков. А человек, которому я давал контроллер на испытание, у него 3 витка был. Я говорю, опачки, а на что это влияет? А он так и нам ответил, Кронт, что чем больше витков, тем больше перекосы, тем больше всплески. То есть вот момент вот этого старта, ну вот когда на газулю нажимаешь, 6-витковым, говорит, у тебя из-за того, что это тяговый движок, у тебя всплески выше. И это при том, что человек, который проводил испытания на своем движке, он зашил неограниченный даже рекуп, который там, ну пипец, знаешь, у него колесо стопорилось. Нифига, ничего не бахало. И мне посоветовали, говорит, смени движок на 3 либо 4 витка и посмотри, что будет. Я сменил. Вот. Поставил мини-крошку. Ну, в общем, езжу уже 1,5 месяца. Целман, причем обратно. Ну, сейчас, конечно, холоднее, да? То есть, как это может влиять? Но мы его вернули обратно в этот ящик. А вот этот вот, клон KH 312 на 12 фет, он у меня на запаске сейчас стоит. Вот здесь он просто висит. На всякий случай, мало ли что. Как говорится, береженого Бог бережет. И запас не жмет. Также подняли мощность. Я добавил ампер. Сейчас 40 в пике. То есть все усилилось. Мощность 3,7 кВт в пике за счет высокого напряжения. Сильнее рекуп. Все, контроллер больше пока что не бахает. Надеюсь, что все, это уже окончательный финал. Ну, в общем, какая-то, видимо, несовместимость на высоком напряжении, на предельном, с тяговыми многовитковыми движками. Я не знаю, странность, почему? Потому что в маленьком Китае также продавались движки. Они там 5 витков тоже, ну, тяговые считались, шли. Вот эти вот полторашки и однушки.
Либо никто не делал, вот на этих движках, не пробовал. Ну, такое высокое напряжение, 84 вольта. Либо я фиг знает. Либо мне действительно вот какой-то у него вот такой глюк, что он несовместим с этими движками. Ну, факт, фактом, все. Снова эта хрень работает. Надолго не знаю, блин.